Когда началась война, бабушке было 16 лет, у нее был младший брат 13-летний, мама, папа. Папу забрали на войну сразу же, их с мамой и младшим братом послали на Лужский рубеж копать окопы. Она вступила в 4-ю дивизию народного ополчения. Вот. И там она копала окопы, их обстреливали немцы, бомбили. Вот. В скором времени мама умерла, и она отдала последние вещи, там золотые сережки, чтобы ее похоронить как бы по всем почестям. Вот. В общем, вот эти вот период, когда она была там, было вот очень тяжело. Потом ее брата Мишку, его уже там куда-то повезли, она смогла его выкрасть назад, то есть она спасла брата. Вот потом на протяжении как бы вот войны они тяжело там выживали, где-то там работали, жили в каких-то семьях за корочки хлеба. Вот потом вернулись в свой дом в Псковской области, там тоже как-то под обстрелами жили очень тяжело. Вот. И потом уже после снятия блокады она пешком вернулась в Ленинград, нашла свою тетю, потом через какое-то время нашла отца, с которым они потерялись. После окончания войны, через лет 20, она решила получить высшее образование. Она поступила в университет профсоюзов, закончила его и параллельно воспитывала мою маму. Вот. И осталась там как педагог и больше 30 лет работала там как старший преподаватель, потом как доцент. В общем, она посвятила всю свою жизнь педагогике, своему вузу любимому. Вот. И после выхода на пенсию она осталась там. Когда она вышла на пенсию, она организовывала встречи ветеранов в вузе. И вообще вот после войны она очень много сделала в плане сохранения памяти, потому что она восстановила порядка 14 библиотек городских и сельских, впоследствии открыла 4 крупных музея, каких-то множество локальных музеев боевой славы. Самый известный – Невский пятачок, то есть ее туда послали, и она сделала из этого прям огромное место по значимости. Моя мама рассказывала, как она помнит, что когда она была маленькая, они туда ездили, и приезжали тысячи людей со слезами на глазах, дарили бабушке моей цветы, плакали, говорили ей спасибо за то, что она как бы вот это вот организовала музей Невского пятачка. И вообще моя бабушка была инициатором всенародного движения российского «Поиск», клубов, которые находили останки погибших без вести людей. Но мне казалось это невозможным, что как бы, ну, какие-то невероятные поступки она совершала. И ну, это только восхищение и, конечно же, горечь. И просто всегда поражалась ее духу. Казалось, что ее дух невозможно было сломить. И она всегда держалась стойко, что бы ни происходило, и нас этому учила, меня с братом, что никогда нельзя сдаваться, что все нужно стойко держать любые испытания.